Получив редакционное задание, наш телеканал вышел на улицы города с единственным вопросом: чем Магадан привлекателен для туристов? И вот какие мнения прозвучали. Магаданская область очень красивая, живописна, сама по себе природа. Плюс у нас был ГУЛАГ, как бы это тоже, ну, скажем, для туристов привлекательно. Большая часть истории нашей России. Вот. Ну, в принципе, поэтому. Природа красивая у нас. Ну, это все, я не знаю, больше чем. Ну, у нас красивая природа, когда осенью особенно. То есть, когда только вот начинает желтеть, меняться природа, в общем, становится очень красиво. Есть маяк на маяке, там природа тут очень красивая. Зимой на Новый год тут очень красиво зимой. И не знаю еще. Еще чем? Маска скорби. Маска, да. И там тоже очень хорошо. В Магадане очень экстремальные холода. Это привлекает людей, которые живут на юге. И им очень интересно испытать на себе такие испытания. Год приехал, давно не был. Чем? Ну, трудно сказать. Магадан. Не, ну в центре красиво, конечно. А так? Так трудно сказать. Пока еще не понял. Отдаленностью. От греха подальше.